Ладно, привет всем. Мы находимся в Турмалинесе с Толиком. Толик, иди сюда. Мы сейчас фейсбучили, перископили. Все в прямом эфире. Всем привет. А сейчас мы выехали на набережную, чтобы показать вам набережную, насколько она тут хороша в Турмалинесе, да? То есть насколько здесь интересно жить. И квартира Толика находится вот наверху, буквально... Где-то здесь. Да, в пяти минутах, если спуститься с горы. А вот Турмалинес так устроен, что отели, да, вот отели и... Конечно, что говорить, находится вот здесь. То есть жилой район там, но там и цены другие. То есть если здесь цена где-то за квадрат 3000 за квадратный метр, то наверху она где-то 1500, в два раза, 5 минут разница. Ну, так как я работаю с инвесторами, поэтому ну, мы ищем то, что можно купить подороже, о, подешевле. Оговорочка по Фрейду, подороже. Нет, то, что можно купить подешевле, но продать подороже, потому что мы как нормальные люди на этом зарабатываем, как все нормальные люди, которые делают бизнес. Поэтому наша задача, да, инвесторов, учеников школы, сделать так, чтобы ваши приобретения и ваши инвестиции были максимально выгодны. И мы сегодня говорим о третьем проекте Анатолия, о третьей покупке, о третьей квартире, которую он приобретает под ремонт, делает там этот ремонт и продает. И мы с вами присутствуем при просто историческом событии. Привет! При историческом событии, при открытии нового проекта от Анатолия. Толик, иди ко мне. Так, привет! Вот у нас, смотрите, два проекта наших вы уже знаете. Один Толика, с которым он еще судится, и сейчас мы... Это еще одна история прикольная. Но Толик у нас кладезь просто информации. Поэтому, смотрите, у нас третий проект, да, второй проект, который, да, после школы. Ты уж прости, что после я все равно школу пиарю, потому что, в принципе, мы там и познакомились, и это очень важно. Поэтому, ребята, вам очень круто повезло. Сегодня у нас третья квартира, как обещали. У Толика есть большой плюс. Смотрите, он чувствует время. Сейчас у нас март, конец марта. То есть квартира подписывается послезавтра. На нее уже два покупателя до того момента, как он еще вообще получил ключи. То есть он мне сейчас ее показывает по большому, скажем, блату и нам с вами. И у нас, я говорю, у нас, правда, исторический момент, квартира еще не подписана. Для тех, кто не знает, кто такой Анатолий, Анатолий покупает квартиры под ремонт, то есть он покупает квартиру, делает в ней ремонт и тут же ее перепродает. То есть всю историю вы можете увидеть на YouTube, в первом ролике в моем, да, в первом, втором, то есть мы все это для вас снимаем, поэтому у вас есть такая возможность, если вы на YouTube подписаны, вот там и смотрите, тогда еще перископа не было, поэтому, ну, мы вынуждены были все делать хорошо и круто, а теперь за то, что мы делаем сейчас, это мы делаем сразу и в прямом эфире. Ну что, Толь, пошли. Пошли. Слушайте, с квартиры, ребят, вообще тут полный, Толик у нас, конечно, разошелся не на шутку. Идем кругом, потому что еще ключей у меня всех нету от всех калитов, поэтому немножко погуляю. Идем кругом. По кругу, по кругу, по кругу. Как там подругу, подругу. Что-то такая песня есть какая-то. Так что пока вы думаете вопросы себе, смотрите, вы видели, да, какой вид? То есть вот вы видели вид, мы специально вам его показали. Вот он дом. Вот такая вот, такое место для парковки. С парковкой, с бассейном. Мой хороший. Ой. Редкостная, конечно, скотина. Скажи, что ругаешься-то на человека? То любит, то ругается. Ну, ругается, значит, любит. Слушай, а ты не узнавал, что это с бассейном? Тут вот бассейн, он пока пустой, я тут вижу. Я буду продавать так же, как они мне продавали. Ну, в общем, ему Толику вообще без разницы, он ее на продажу покупает. Оп, поэтому. Меня Джорджа спрашивает, типа... Ну, мы успеем купить квартиру? Я говорю, успеем. Он говорит, а найдем кого-нибудь там с Украины, у кого-то ремонт делать. Тут у меня есть инвестор из Италии, который приезжает буквально вот в апреле месяце. Я вас с ним тоже познакомлю. Итальянец, но говорит на русском языке. Вот приехал, приедет с деньгами, сразу купить. Ой, слушай, вот тут в лифте не будет. А какой этаж? Первый. Так, пошли. Какая прикольная маленькая дверца. Сейчас я вам ее покажу. О, ржака, смотрите. Вот такая, вот она, смотрите, я встаю, она мне по плечи, а вот так, если я гном, я смогу в нее войти. Что-то интересно. Так, подождите, я тут на карачечках. Все, пошли. Хорошо быть высокой девушкой. Ну так вот, и в принципе, когда Толик как раз подбирал эту квартиру,
Для моего инвестора важен вид. То есть вид, видите, вот мы поднимаемся, вот он вид. Ну, да, видно, что. И как раз мой итальянец, он как раз ищет квартиру в Торремолиносе, как раз в этом районе. То есть для него это идеально, но Толи говорит, не буду нифига продавать, у меня уже ее купили, короче. Агентство уже купило, ну там геморрой. Блин. Так, мои хорошие, давайте-ка мы знаете, что сделаем? Я сейчас разверну камеру, и мы будем, я вам буду ее показывать, ну как бы, от себя. Так, поехали. Зашли. Давай дверь откроем. Давай ты как хозяин нас куда-нибудь веди. Нет, ты смотри, то, что как ты входишь. Ребят, смотрите, подъезд шикарный, да? Ну, хороший, хорошо сделанный подъезд, то есть не убитый. В принципе, то, что мы любим. Ну, хорошо, хорошо, подъезд очень хороший. Сколько квартир? Раз, два, три квартиры на этаже, ну и пошли. Заходим. Слева... Что захотим, то и сделаем. То есть вот такая маленькая то ли комнатка, то ли кухонка, то ли не пойми чего. Вот так, вот так вот. Толик, Толик. Это наш Толик. Чудо наша природы. Так, вот моя машинка. Машина, привет. Вот вид. Слушай, вид, вот он на море. Видно, да? Вид на море, моя машинка. Море, море, море. Вот здесь непонятно что, но Торремолиносу 150 лет, поэтому будет тут что-то. Вот если вот тут что-то построится, тогда труба, то есть будет вот такая труба. Но здесь, походу, что-то только что снесли, да, не так давно, ну как лет сайт назад, потому что вижу, я вот была какая-то стена. Сейчас, если здесь ничего не построят, то хорошо, но вероятность того, что построят, ну очень высокая, потому что там я уже вижу, что-то висит, вот какое-то объявление, может, это будет продаваться или еще как-то. В общем, как бы вот так. Тут на краткосрочную перспективу может быть. Ну, посмотрим. Так, вот это. Ты будешь это делать, да, Толь? Ну, это все будет в порядок приводиться, это будет убираться вообще. Ну, ты встанься там, у тебя будем снимать шоу. Ой-ой-ой, звезда ты моя. Видите, у меня звезды, звезды, звезды кругом. Пошли, дорогой. Этаж не нижний, то есть он такой высокий, но у Толика есть вот этот талант выбирать. Стены красные, ой, эти двери красные, интересно, что здесь было раньше. Ну, потолок, а, как ты любишь, да, это, как ты любишь, Атик? Антик. Такой, а ты будешь его выпрямлять или... Все. Ребят, обратите внимание, давайте тогда мы поподробнее посмотрим, что здесь вот этот вот антик, так называемый. Антик это вот более-менее, это здесь уже плесень ремонтирована. Ну, подожди, в камеру мне покажи, я быстро, я не успеваю. Вот оно, здесь уже отходит сырость. Видите, как? Убирается. Здесь это все уже было когда-то ремонтировано, все надо будет убирать, вытягивать. Тут розетки на розетки не похожи. Первая квартира, вот третья квартира здесь в Испании, которая требует 100%. Здесь от потолков до пола все будет делаться, здесь нет ни одного угла, который можно сэкономить, скажем так, и просто покрасить. Прохалявить. Прохалявить, да. Здесь это степень убитости у нее, конечно, хорошая. Ну, пошли дальше. Ну, это вот одна такая небольшая. А что здесь будет? Здесь спальня будет, потому что спальня. Здесь кровать вписывается хорошо, большой шкаф вписывается, купе. И по планировке, как бы, окна поменяются, будут с жалюзями, чтобы хочу солнце, хочу тень. Угу. Вот. Спальня хочу. Сюда вписывается, скромно, уютно. Хочу, 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 хочу. Туда, пошли в ту, за дверь закрывай. Так, дверь закрываем. Так, налево будет зал, а прямо... Налево будет зал, а мы сейчас прямо пойдем в кухню, да? Прямо когда здесь... Даже есть маленький коридорчик. Санузел. А, кстати, поздравляю тебя, ты перешел на односпальники, да? А, нет, вторая уже односпальник. Это первая. Здесь кухня индепендента. Да, здесь отдельная кухня, да. И он. А тут есть свет, нету, да? Нет, здесь нет. Вот видишь, то ли как умные люди отключают свет. Поэтому им счета не приходят через полгода. Ну, она здесь не функционирует. Смотри, он. Да, несколько лет не функционирует. Наши лапки. А без разницы, если бы они не отключили, им бы сейчас... За свет пришел бы, ну, то есть АМДС сама же нет, без разницы. Я объясню, о чем мы говорим, но попозже. Так, кухню будешь выносить, да, всю полностью? Кухня все полностью, здесь 100%, все будет убираться, меняться, и будет все это. А бак?
тоже будет сниматься, будет новый и другое место. Ребят, обратите внимание, какая классная перспектива. Везде окна, на кухне окно. Вот она маленькая, да, небольшая. Я только вот не вижу, куда же сюда воткнуть холодильник можно. Нет, холодильник будет здесь с микроволновкой. А, станет. Ты сделаешь. Чуть она займет, но это не проблема. Угу. Холодильник сюда, столешница будет хороших размеров, будет плита хорошая электрическая, будет здесь. Видишь, снимать плохо, потому что свет бьет в этом, поэтому не могу тебя снять. Мебель будет опять на заказ. Уже постоянно у меня есть изготовитель. Так что видите, третий проект, и уже, да, есть уже наработки, уже есть, уже попроще. Попроще, потому что уже и динамика, по крайней мере, больше квадратных метров уже планировка отличается от тех, что я раньше был, и полноценная квартира. Да, тут, кстати, не, я думала, что здесь это, я думала, в окно здесь будет такое, козырек, а здесь нет, здесь вот проход, здесь, ну, то, чтобы не перепрыгнули эти воры. Я же за это беспокоюсь. А это уже не наш балкон? Наш. А это наш балкон. Ну, тут вот близко, конечно, если что. Ну, ладно. За это я вообще не переживаю, что убирается. Вот Джордж любит такие вещи, он просто от них тащится. Здесь как не защищайся, кому надо залезет, а я все равно сторонник того, что... Слушай, я тебя буду снимать, ты хоть будешь в камере у меня. Иди сюда, потому что там на окно не надо. Квартира делается под продажу, у нас хозяин по-своему хозяин, поэтому я исхожу из той, имею ту точку зрения, что мое дело сделать ее хорошей. Человек вошел, мало ли, ясно дело, что мебель будет минимально установлена, мало ли его ковер не нравится, мало ли еще что-то не нравится, люстру можно захочет поменять, поэтому некоторые вещи, если будут новые, но бюджетные. Не хочет он ничего менять, хочет ее просто сдавать в аренду. Ради бога, она готова для того, чтобы контракт подписал на аренду, и человек уже здесь может жить. Поэтому большое уважение после первой студии в Бенормане. Я вот там она меня научила, я там выеживался так, что и дорогой, даже этот журнальный столик дорогой покупал. Нафиг это надо. На это люди как-то не особо смотрят, поставят эту Икею. И все, все довольны. Есть столик, ничего, 4 Смотри, мужчины. Теперь у нас есть новый преподаватель в моей школе. Поэтому здесь вот это вообще нет смысла, главное, чтобы это все было свежо и чисто и хорошо. Качество ремонта, чтобы было. Все, человек пришел, ему понравилось. Умничка ты моя. А все остальное, никто не будет спрашивать, в каком магазине я покупал и за какие деньги. Тебе сердечки ставят. А кто ставит сердечки? Вы чувствуете, что мы с Толиком какое-то время не виделись? Ты, мой хороший, одно сердечко выскочило из груди прямо. Прямо в оба из груди. Сразу надо. Раз, два, три, пять, шесть. Мой хороший, спасибо. Спасибо, Фиолетовый. Не знаю, кто это. В общем, какая-то вот такая история. Ребят, везде свет. Вы знаете, даже снять невозможно. Ладно, Толик, стой у двери, я тебя сейчас так возьму. А то везде свет. Иди на красный фон, будешь у нас... с под текстом стоять на красной двери. Вот чем думают люди, когда красят двери в красный свет, а в персиковый красят эти стены, интересно. Так, с Толиком мы еще увидимся, то есть мы сейчас куда-нибудь сядем кофе попить и еще поперископим для вас, а пока выключаемся, хорошо? Или пофейсбучим, скорее всего на фейсбук пойдем, потому что что-то перископ у нас это тихий. Все, люблю вас, спасибо, что вы с нами. Смотрите нас, запись будет. У нас есть о чем поговорить, я чувствую, я как с Толиком встречусь, у меня прям идеи это фонтанируют, даже если я вообще спать хочу. Все, мои золотые, увидимся. Сейчас пойду на Facebook, повторю то же самое. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова, пока-пока, увидимся в следующем видео.